Такие диалоги между известными людьми и школьниками в центре «Юниор» организуют в рамках проекта «Встречи со смыслом». В этот раз у талантливых детей из лицеев и гимназий состоялся разговор об инноваторах. Для участия сюда пригласили по-настоящему талантливых учеников-старшеклассников. И приехало бы гораздо больше молодежи, но количество было ограничено. Мы участвовали в очень интересном проекте «Большая перемена» вместе с Санкт-Петербургом. Им нужно было представить свой город. В прошлом году они очень быстро это сделали, сняли фильм, сделали плакаты, и мы были приглашены в город Санкт-Петербург на финальную часть, и они заняли первое место. Эта встреча действительно оказалась со смыслом. Подростки узнавали много нового и для них интересного, а министр науки и инновационной политики получил возможность напрямую заинтересовать молодых и талантливых перспективой продолжения учебы и работы в нашем регионе. Так что, похоже, это действительно оказалось взаимовыгодным. Сейчас на выходе из школы, рассказав им о том, какие есть возможности у нашего региона, у Новосибирской области, с точки зрения науки, с точки зрения исследований, с точки зрения инноваций и малого бизнеса, ну, я считаю, что условия одни из лучших. Поэтому наша задача старшеклассникам, детям вовремя сказать о том, о чем привлекательна Новосибирская область, в каком направлении можно строить карьеру, где перспективы, чем заниматься. Детей интересовали многие темы, в том числе и относящиеся к личности самого министра. Ведь наверняка кто-то из собравшихся мечтает стать руководителем такого ранга и в такой многообещающей сфере. Но больше всего вопросов касалось перспектив, которые могут появиться сразу после получения свидетельства о среднем образовании. Каких возможностей высот может добиться обеспеченный школьник? Действительно востребованных профессий. Очень востребованными являются инженерные специальности, очень востребованными являются молодые ученые и очень востребованными являются профессионалы и неравнодушно относящиеся к своему делу люди. То есть, если вы любите свою профессию, я убежден в том, что вы можете достичь высот, ну, финансового благосостояния, определенного уровня экспертности практически в любом деле. Вадим Васильев акцентировал внимание и на мерах поддержки, таких как гранты, премии, стипендии правительства региона для молодых ученых. Рассказал о молодежных лабораториях при вузах, про реализацию проекта «Научный дом» в Кольцово, в рамках которого сотрудники Новосибирского научного центра обеспечиваются доступным жильем. В общем, перспективы показаны. Теперь дело за самой молодежью.